Сейчас я хочу представить конструкцию простого радиожучка на основе туннельного диода. Для наглядной демонстрации устройства я использовал простой детектор электромагнитных волн. И сейчас при его помощи проверим наличие генерации на туннельном диоде. Катушка связи намотана внутри первой катушки, которая содержит 7 витков, намотана на оправе с диаметром 8-6 мм, содержит 7 витков. Итак, подключаем, приближаем, вернее, антенну жучка к ВЧ-детектору и смотрим сейчас, что будет. Детектор, видим, стрелка поднимается. Этим можно убедиться, что есть наличие генерации на туннельном диоде. Ну, на этом, пожалуй, все. Спасибо за внимание.